круглого стола, я сразу же сказала, давайте делать это на площадке, которая не будет при университете, да, и при министерстве. Мы должны выйти за рамки, это самое главное. Потому что пока вы варитесь в своей каше, извините, да, и мы варимся в своей каше, и министерство там составляет какие-то планы. Правильный Оля вопрос задала по поводу того, на основании чего эти планы создаются. Мы все должны взаимодействовать. И вот как бы давление общественного мнения, оно же круче атмосферного. Поэтому если мы будем делать общественное мнение, то тогда будет кому все это потреблять. Вот когда вы вышли из своих кабинетов и рассказали о том, что происходит, да это же дорогого стоит. Понимаете, министерство, вот живой представитель министерства, на него накинулись, потому что вот он живой, и представители СМИ. Понимаете, вот, я автор вот этой площадки дискуссионной, я поняла, боже мой, она так необходима сейчас, потому что людям просто нужно разговаривать друг с другом. Им нужно говорить одной, второй, третьей стороне, чтобы прийти к общему знаменателю. И что самое главное, что мы уже выяснили не только в этом круглом столе, не только по культуре, что нужно направления делать модными. Пока народ, который, ну как бы, не то чтобы я не говорю слово народ, оно может быть вообще всеобъемлющее, да, пока, как вот там у нас Ольга Владимировна, да, сказала, нужно идти в массы. Марина Чингарова тоже сказала, что давайте вот тоже нужно интерес формировать. Что для того, чтобы интерес формировать. Программа популяризации чтения, в которую каждый институт, включая театры, журналисты, нужно сделать это направление модным, для того, чтобы дети, средний возраст и какой угодно возраст поняли, что в это нужно включаться. И сделали же тотальный диктант модным, понимаете? Это направление набирает. То есть в это подключились СМИ. Правильный вариант привел Володя. Да, он сказал, что да, в Париже так. Я сама работала во Франции достаточно долго на канале Евролюс. И я знаю, как у нас там все формировалось. То есть у нас был план. В этом плане не было такого, что раз в году, вот там по поводу литературы или там по поводу еще чего-нибудь, давайте поедем, все это снимем, снимем и забудем. Выдвинули и забыли. Нет. В это планирование входило четкое, через определенный промежуток времени повторения того, что происходит. Это как образование, понимаете? Если мы сказали «А», мы должны говорить «Б», потом повторять это, потом искать результаты и подводить итоги. Вот то же самое и здесь. Если мы говорим о чем-то, мы должны следить на протяжении какого-то времени. Что касается СМИ, ну, так как я представитель СМИ, считаю, что это вообще самое главное. Для того, чтобы формировать общественное мнение, нужно, чтобы подключили все СМИ. И здесь это все наше с вами такое как бы триединство, да? Вы выходите со своими проблемами, министерство подключается и уходит в сторону. А, кстати говоря, сейчас, слава Богу, сформировано правительство из людей, которые могут слышать, видеть, мы их глаза видим, они приходят сюда, они реально слушают. Поэтому, конечно, продвижение вот этого, там, если мы говорим о годе литературе, его нужно продвигать в СМИ. Поэтому я обращаюсь не столько к людям, сидящим за круглым столом, потому что это действительно представители там, образования, науки, культуры, в высшем смысле этого проявления, да? А я обращаюсь больше к представителям СМИ. Пока представители СМИ, пока мы сами не поймем, что это для нас самое главное, и начнем предоставлять площадки. И начнем писать об этом каждый день, изо дня в день, из года в год, мы не научим людей любить культуру и там, поэзию, искусство и так далее. То есть мы должны прививать, формировать это самое мнение. От нас очень многое зависит.